В региональном отделении партии «Единая Россия» приняли список кандидатов для предварительного голосования на пост губернатора края. Это глава Пермского края Максим Решетников и депутат законодательного собрания Сергей Клепцин. Я планирую избраться на пост губернатора края. Хочу работать в крае в ближайшие годы. Хочу оставить свой след в истории края. Но сделать это я могу, только опираясь на вас, на то доверие, которое к вам испытывают люди. Поэтому я пришел, чтобы заручиться здесь сегодня вашей поддержкой. Согласно положению о предварительном голосовании, список партий должен состоять как минимум из двух человек. Условия конкурентной основы пронизывают всю деятельность нашей партии. Сейчас и Максим Геннадьевич, и Сергей Витальевич могут приступить к выполнению той работы, которая, опять же, в процедуре прописана. Могут встречаться с местными отделениями, могут встречаться с партийными депутатами земских собраний. Мы дали старт избирательной кампании сегодня. «Единая Россия» – это такой ресурс, за который традиционно борются наиболее сильные кандидаты на выборах всех уровней. Я вот как член политсовета, член партии «Единая Россия» буду поддерживать того кандидата, которого выдвинул наш президент Владимир Владимирович Путин. На конференции регионального отделения партии в июне состоится предварительное голосование, где будет решено, кто из двоих кандидатов будет выдвинут от «Единой России» на выборы губернатора 10 сентября.